Планшетная выставка «Побег из ада» разместилась на первом этаже в Музее обороны Брестской крепости и посвящена она советскому летчику Михаилу Девятаеву. Ровно 77 лет назад в концлагере Пенемюнте, расположенном на острове Узедом в Балтийском море, с группой из 10 военнопленных он подготовил и совершил побег из плена на вражеском самолете. Материалы для выставки были предоставлены российской некоммерческой организацией «Фонд памяти Александра Печерского». Экспозиция состоит из 24 планшетов с копиями фотографий, документов и посвящена одному из уникальнейших побегов военнопленных в годы Великой Отечественной войны. Поскольку выставка, она рассказывает о одном таком, наверное, из уникальнейших побегов за годы Второй мировой войны из вот этого концентрационного лагеря Пенемюнде, то она дополняет основную тему нашего музея и показывает сопротивление советских людей, не только военнослужащих, военнопленных, но и тех, кто попадал вот в плен разной категории, показывает сопротивление как проявление мужества, подвига, героизма в годы Великой Отечественной войны, который в итоге все-таки привел к победе 9 мая 1945 года. Выставка рассказывает о драматических эпизодах биографии Девятаева и его соратников, ведь мало кто из них дожил до победы. Сам Девятаев после 12 лет забвения был удостоен звания Героя Советского Союза, но не за совершенный им подвиг, а за вклад в развитие отечественного ракетостроения. Выставка, которая посвящена сегодня военным летчикам, бежавшим из плена и показавшим пример не только тех тяжелых испытаний, которые довелось пережить многим военнослужащим в годы Великой Отечественной войны, но и того большого сопротивления, стойкости, которая была характерна для этих людей. Конечно, эта выставка открывает наш год новый, 2022 год, является первой в этом году выставкой. Естественно, что очень актуально, что она открывается в год исторической памяти, поскольку все-таки, говоря об исторической памяти, о истории Великой Отечественной войны, мы не можем не говорить, прежде всего, не просто о событиях, о людях, о важнейших юбилеях, но прежде всего о героях войны. И вот материалы, которые здесь представлены, это как раз материалы о простых людях, простых солдатах той войны, которые сыграли огромную роль. Каждый в своей области, но тем не менее достигли общей победы. Вторая половина экспозиции посвящена случаям, похожим на побег Девятаева в годы Второй мировой войны. Вот только судьба к Михаилу Петровичу оказалась намного благосклонней. Почтить память героев – вот главная цель данной выставки. Ранее похожая экспозиция выставлялась в музеях Москвы, Санкт-Петербурга, Самары и Брянска. Теперь выставку, посвященную Девятаеву, можно посетить в Музее обороны Брестской крепости. Она продлится до конца марта.